мотор. На днях будем его обратно устанавливать в Альтезу. Пришла коробочка от Димы. Все вскрыли, проверили. Дефектов не обнаружили. Вот, купил новые подушки. Это вот наши вот такие вот старые были. Кривые. Вот. Ошибочно купили низкие. Пришлось там чуть-чуть дорабатывать. Ну вот, собственно, сейчас в размер подобрал. На сантиметр повыше. Той же фирмы. Думаю, должно все стрельнуть. А это пластик с Альтезы. Андрюха мне уже его восстановил. Багажник, спойлер. Все как новое. Вот. Но чтобы вы понимали масштаб бедствия, вот это вот мне надо все куда-то перевести. Ну и вот тут еще чуть-чуть. Есть, мне все на это 5 дней. О, хелесик хороший. План был следующий. У меня вот есть стопа крышек разных, ну абсолютно. И Ахиллес, и Тоя, и Валина. В общем, ну, хватило бы проехать СДЧ, потренироваться, покататься. Вот, ну а теперь все это надо куда-то перевозить. Вот тут ящики с инструментами, там GZ где-то закопан. В общем, все это надо куда-то перевезти. В поисках сейчас помещения, но если есть желающие помочь, лишние руки точно не помешают, так что пишите. Думаю, к этим выходным буду заниматься переездом. А еще на улице минус, самое время поменять летнюю. Кстати, вот за 2 сезона все, покрышки лысые сзади, странно, да? В общем, стало время поменять летние диски на вот эти скучные зимние, оригинальные. Тут столкнулся с проблемой. В общем, прилипли эти колпачки. Вот такая вот есть штучка GTOL. GT40 называется. Так вот берем, смазываем. И все потом откручивается. Зря, наверное, я хранил в пакетах. Смотрите, что делают московские реагенты. Колпачок. Его просто от, видимо, от ржавчины расперло, и он лопнул. Вот. Вот такие вот дела. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. Stop.